принцесса стояла на берегу и ждала своего принца на белом коне. Вот он подплыл к ней, и они плывут, и он ее возвращает в свой замок, в свою норку, в уют, уютный гнездышко. Вот она сейчас будет домочка. Домой, девочку нашу. А тут... Норку, это точно. Нам капитан запретил. На тузике есть только. Оксана, он тебе поцеловал руку, когда тебя встретил. А ты его сейчас поцелуешь, я думаю. Ты будешь его целовать? Да, не могу все рассказать. Нельзя, да? Да, а я думаю, подружки, что мы уже все родные, смотрите, должны как, знать смотрите, все, что происходит на нашем корабле. А принц-то еще куда-то собрался, пока жена дома.